Дали старт праздничной программе, посвященной 550-летию столицы. В эти выходные праздник пришел почти в каждый двор. И главными его участниками стали сами жители. Площадок празднования 550-летия столицы рядом с Домом культуры «Салют», что в юго-западном районе. История любимого города в памятниках архитектуры, старинных зданиях, современных арт-объектах. Это мать, покровительница, это театр, это музей. На каждой площадке сотни участников праздника, и у каждого своя духовная связь с городом. Татьяна Глуходед не один десяток лет отдала творчеству. Но потому как преобразился город, я сужу по родному дворцу культуры «Салют». Вы видите сегодня, как преобразился, как праздничная шкатулочка он сегодня выглядит. Изменения коснулись почти каждого микрорайона, улицы, двора. Чебоксарцы активно в этом участвуют. А теперь у нас огромный парк, маунтинбайк, всякие велосипедные дорожки, Московская набережная, где был проведен чемпионат мира по акватлону. Не говоря уже о дорогах, о тротуарах, которые в этом году стали делать. Этот парк на 500 лет моложе города. Заложенный в 1969 году, он два года назад изменил статус. Но современный этнокомплекс «Амазонию» многие жители по-прежнему называют парком 500-летия столицы. Здесь подвели итоги конкурса караоке-проекта «А у нас во дворе». Действительно, мы не ожидали, что так будут вовлечены наши горожане. Среднее количество участников на одном мероприятии было от 15 до 20 человек. И сегодня мы как раз их услышали, их участие. И действительно был уникальный проект, и жители его поддержали, и думаю, что в последующие годы он тоже будет, этот проект, работать и приумножать. Будет доброй традицией. Этот праздник с особым чувством встречают те, кто много вложил в развитие города. Довольно-таки большая дата. Чебоксары достойны того, чтобы этот праздник прошел как следует. Я всех чебоксарцев поздравляю с 550-летием города Чебоксар. И хочу, чтобы мы были не только чебоксары нас достойны, но и мы были все вместе достойны Чебоксар. Хочу поздравить всех горожан с праздником, особенно жителей микрорайона Волжские 3, где я с 2006 года с первых домов принимала в эксплуатацию эти дома и 35 домов, последний уже до полного формирования нашего микрорайона. И, конечно, оценили масштаб праздника самые главные гости, которые этот день ждали с нетерпением. Жители города Чебоксары. Выступление очень хорошее. Очень хорошие, занимательные игры с детьми. Проводили весь день. Понравилось. Шикарно. Отличная подготовка к деткам. Все просто задействованы. Все отлично. На этом праздник не заканчивается. Поздравления столица будет принимать всю неделю. С праздником, Чебоксары! Алексеева, Валерий Резюков, «Республика».